Первое. Мне будет жалко очень Москву, потому что Москва, хотя и стала столицей и местом, символом власти в России, но на самом деле Москва — это город, в котором я родился и вырос. Я помню еще другую Москву, маленькую, купеческую, уютную. И Москва здесь ни при чем. Может быть, если из Москвы забрать всех чиновников, всю управляющую власть и переселить куда-то в отдельный специально построенный город, Москва задышит хорошо и замечательно. Это было бы, кстати, очень-очень правильно. Не зря в Бразилии построили столицу Бразилию, которую переселили всех. Это замечательно. Город без истории, просто живут чиновники. По поводу власти, боюсь, что ничего по большому счету не изменится. Сколько бы мы ни пинали на власть, сколько бы мы ни тыкали в них, на их ошибки, а у них вот ошибок. И преступления есть за чиновниками, и за властью, и все. Есть ошибки, и есть какие-то и хорошие поступки, и попытки, на удивление, но есть. А мы такие же. Если поменять сейчас нашего соседа там на какого-нибудь мэра, я боюсь, что он будет брать такие же деньги, так же воровать. Потому что принцип в стране один и тот же. Воруй все, что можно своровать. Просто чиновник ворует от больших сумм государственных, а мы воруем по мелочи. Все равно все одна и та же система. Мы завидуем. У нас нету гордости сказать, я зарабатываю честно свои там 50 тысяч рублей. Тебе говорят, дурак, потому что я распилил бюджет, а там 100 миллионов, я взял половину. Ничего не изменится. Не в России проблема, в нас.